на Элиса. Октавиус через Винса Хантера не забивает. Вообще с Винсом Хантером в обороне Зенит действует великолепно. Карасев на Хантера. Вот какой яркий слэм-данк нам дарит. Против Джувена Моргана. Толкается. И как раз тут пытаются Уралмаш использовать свое преимущество в габаритах. И Нельсон набирает первый. Екатеринбург Дагласа. Вот здесь все-таки перехват совершает Зенит. Винс Хантер, Евростеп. И красивейшее завершение. Французский волшебник. Он уже два сезона подряд лучший в лиге по ассистам за матч. Георгий Жбанов после роскошной передачи от Винса Хантера. Вот теперь довели до Гаррета Невилса. Он чуть было не потерял мяч. Нашел все-таки Нельсона. Джавонте Даглас колотит сверху. Уже второй данк в этом матче. Эртель у логотипа. Много красивого дриблинга. Идет взаимодействие. Дальше на Хантера. Винс 6 уже. Публика активно поддерживает команду. Это, возможно, последний их матч в этом сезоне. Поэтому цена ошибки велика. Джавонте Даглас забивает трехочковый бросок. Скамейки выходит вместо Карасева. Хантер. Ой-ой-ой, классная работа в защите от Гаррета Невилса. Миниатюрный баскетболист накрыл со спины гораздо и вновь. Да, вот этот испанский пик-н-ролл. Хантер ставит заслон. Кайл Курич поднимает воздух. Октавиус Элиса. Скидка на Жбанова. И Георгий забивает из угла. Говорил о том, что Париж-Новгород в финале Кубка России именно делал ставку на то, чтобы оставлять Жбанова на трехочковый, а он наказал и забил эти попытки. Октавиус Элис разбирает. Капитан Уралмаша в строю, возможно, через боль играет, но когда висит сезон на волоске, безусловно, Антон будет отдавать себя на максимум. Андрей Зубков забивает. Стэнли Уитакер, Джавонте Даглас, Александр Захаров и Антон Глазунов. Такая пятерка Уралмаша. Капитан, ой, какая слепая вкусная передача на Нельсона. И тот очередной слэм-данк взаимодействия у Зенита, даже чем Мостов в Санкт-Петербурге. Джавонте Даглас, отличная вертушка, но все-таки добивается он результата, несмотря на в истории турнира. Есть еще тактическое нарушение у Уралмаша, поэтому Уитакер очень близко играет. Но Фрейзер его обходит и своей рабочей левой рукой набирает для себя первые очки. Это его первый выход на площадку сегодня. Был он в стартовой пятерке во второй игре серии. Кайла Курича потеряли на дуге. Этого делать категорически нельзя. Естественно, Глазунов нет, не стал бросать. Три на владение. И какая же оборона от Зенита. Тяжелый средний от Кайла Нельсона таки достигает цели. Тяжелая трешка от Курича. Мимо Карлтон. Подбор раз, подбор два. Мимо-мимо. И все-таки мяч за хозяевами. Глазунов. Ой, какая классная слепая передача на входившего Октавиуса Элиса, который реализовал. Ни тот, ни другой не пошли к нему на получение. Элис самостоятельно обыгрывает и забивает очень тяжелую попытку от щита с разворота. Преимущество в габаритах у Хантера над Песковым. Как раз Винца заигрывают. Передача наверх. Зубков абсолютно открыт на периметре. И точен. Вторая. Очень полезен сегодня Зубков. 8 уже у него очков за 7 минут на площадке. Уитакер навес на Тайрела Нельсона. Уралмаш, как же сегодня эффектно действует. Отличный пример того, что можно в баскетболе приносить пользу не только нападением. Защита выигрывает титулы. Невилс от щита попадает. И поэтому сейчас Уитакер против Хантера. Это неравноценный размен. Зубков, да неужели третью трешку забьет? Да, так и происходит. Капитанище. Играют гости. Одновременно и Фрейзер, и Эртель на площадке. Два креативщика. Трэнс от шага за метр до дуги заваливает трехочковую попытку. И вот теперь уже мини-спурт от гостей. Уитакер идет трехсекундную. И Винс Хантер говорит: не в моем доме, дорогой. Но перехват ответный от... Точнее, нет, на ноль. Прошу прощения. Абсолютно ничего он пока не набрал. И лишь два ассиста. И вот сейчас средний бросок от него. И он первые очки для себя сегодня набирает. 34-24 в этом сезоне в составе Руны. Много у него было и дабл-даблов, и блокшотов ярких. Александр Захаров! Это в его стиле. Увидел, что его опекает Томас Эртель, который ниже. Скандирует публика в Екатеринбурге. Глазунов. Заброс на Элиса. Октавиус набирает очки левой рукой. Заслон от Элиса. Передача направо. Джавонте Даглас. Много здесь контакта. И 15 номер.
Томаса держит Новиков. Заигрывают экс-игрока Руны. И тот делает неудачную передачу. 2-1 убегает Уралмаш. Уитокер перевесил Кайла Курича в воздухе. Пик-н-ролл с Хантером играет. Вынуждает соперника меняться. Через руку Уитокера бросал, не попал. Удачный отскок для Зенита. Прямо в руки Моргану. И Винс Хантер. Очередной слэм-данк. Пока не успевает вернуться. 5-4 бежит Уралмаш. И чистый перехват от Хантера. Затем какая красивая передача из-за спины. Еще одна из-за спины от Эртеля. 2+1 от Георгия Жбанова. Жбанов, который здесь не даст никакой свободы. Через Эллиса все-таки играют. Октавиуса накрывает Винс Хантер. За 13,5 минут сегодня 0 очков. 0 из 2 с игры. Нельсон. Заброс на Эллиса. Октавиус разбирается. Джованом Морганом. Видимо, Кайл Курич выходить на дугу. Трен как раз на Курича скидывает. Кайл открыт на периметре. Оттуда. Заслон Хантера. Передача на Зубкова. У Андрея сегодня нет промахов с игры. Трен рвет дистанцию и забивает издали, провоцируя тайм-аут. Меняется Уралмаш в защите. И вновь размашистый дриблинг от Фрейзера. И какой блокшот ставит Октавиус Эллис. Очень ярко. Фрейзер как защищается, да? Ведь Трент далеко не специалист по обороне. Даглас на Эллиса. Октавиус левой. Два с фолом. Мяч засчитан. Трент. Двоечка с Хантером. Здесь нет. Все-таки сам играет. Фрейзер забивается. Средний. Видимо, ожидаю, что маленький игрок успеет вернуться. Ой-ой, потеряли Невилса на дуге. Гаррет наказывает соперника. 2 из 2 тоже реализовал. Уитокер на Невилса. Гаррет открыт под кольцом. И легкие 2 центровому. Все завершается потерей для Зенита. Эллис против миниатюрного Томаса Эртеля. И блокшот ставит Хантер. Нет, читать. Зрителей в среднем по сезону ходило на игры Уралмаша. Сегодня, конечно же, гораздо больше. Уитокер на Эллиса. Октавиус аккуратненько. Была там у него, конечно, возможность и взлететь. Это вот действительно то, за что мы любим данный вид спорта. Глазунов на Невилса. И тот на лидерство забивает. На первое лидер Курич. На центрового. Тот на Эртеля. Ну что, Томас, пора включаться. Заброс какой классный на Кайла Курича. Антон Глазунов ведь не ожидал этого. Он уже готовился. Плюс одно теперь у Зенита. Невилс уходит от потери. Хоть и Хантер там отличный заступ делал. Джавонте Даглас. Тяжелая попытка, но она достигает цели, которая добирается до двузначных показателей. 11 теперь у 15 номера Уралмаша. Томас Эртель забивает свою первую трешку. Эртель. Хантер, Зубков, Фрейзер и Жбанов. Такая пятерка у Зенита. Настаивает Паскуаль на паре Эртеля и Фрейзера. Вот почему. Потому что эти два креативщика могут игру, точнее, вторую половину сезона. Даглас. Открытая. 3. Туда. Уралмаш. Обратно на Эртеля. У француза сегодня 7 очков плюс 4 передачи. Зубков. Центр. 2+1. От капитана. Какая-то ошибка от Зубкова. Он сейчас забил с линии. У него 14 и 0 промахов и с линии, и с игры. Вновь равенство, но вот не теперь. Тайрел Нельсон. Скидка на Зубкова. Андрей. Наверх. Фрейзер. 2 на атаку. Нужно бросать Тренту. Хорош в защите Глазунов. Но это та ситуация, когда отличное нападение. Но Зубков промахнулся во второй попытке. Минус 1 для его команды. Сейчас он обороняется против Нельсона. Тайрел отчехлит Винс Хантер. Какой уже по счету? 4-й. Невилс. Против Жбанова, конечно, тяжело открыться. Но удается это Гаррету сделать. И флоутером он делает плюс 3. На Эллиса тот обратно капитану. Антон в трехсекундную без пробежки. Скидка дальше. Песклов. Трехочковый на плюс 6. Туда. Кирилл Песклов. Человек с остальными нервами. 23 балла за эффективность. 9 очков. 5 подборов. 3 передачи. 4 перехвата. 4 блокшота. И первый штрафной он забивает компонентами в 5 разных аспектах игры. Но сейчас он, конечно, об этом не думает. 2 из 2 забил. Ведь своими штрафными. В баскетболе возможно все. И посмотрите, как стильно выглядят болельщики в Екатеринбурге. Гаррет Невилс нерезультативен. Но он включился в 3-й и 4-й четвертях. Невилс второй туда же.
8 секунд. Мы видим впервые в истории такое событие. Зубков на Фрейзера. Тренд забивает. И все. 1-10. Матч завершен. Уралмаш продлевает серию. Забирает третий матч.